Всех приветствую в нашем автосалоне столицы. Сегодня у нас на обзоре такой вот интересный автомобиль. Это Nissan Rogue 2017 года выпуска. Он оснащен двигателем 2,5 литра на полном приводе. У него предмаксимальная комплектация с памятью сидений с панорамной крышей. Также у него кузов в родном окрасе и отличное состояние. Салон автомобиля у нас в таком вот исполнении. Пластик дверей, сидений, все на отлично. Состояние нового салона, ухоженный. Также прошу обратить внимание, имеется бесключевой доступ. Здесь у нас электрорегулировка водительского сидения. Здесь кнопки памяти сидения. Здесь у нас также все в отличном состоянии. Вся кожа, весь пластик в идеальном состоянии. Сиденья также у нас чистые, непросиженные. Теперь по комплектации у нас имеется панорамная крыша, также открывается люк. Также имеется у нас двухзонный климат-контроль, такая вот штатная мультимедиа, штатная музыка фирмы Boss с сабвуфером. Имеется у нас камера 360. Вот ключ у нас, обогрев сидений, кожаный мультируль, круиз-контроль. Здесь у нас датчик света, курсовая устойчивость, открытие багажника при помощи кнопки. Также полный привод, обогрев руля, режимы спорт, эко. 4 стеклоподъемника, центральный замок, блокировка стекол, электрозеркала с обогревом, память сиденья, также кнопка старт-стоп. Кстати, круиз-контроль у нас адаптивный. Сейчас у нас двигатель запущен, работает идеально ровно, без посторонних шумов. Пробег у автомобиля 141 тысяча километров. А если вас заинтересовал этот красивый, надежный, комфортный автомобиль на полном приводе, приезжайте к нам в автосалон ZIPA Auto. Здесь вы можете посмотреть его вживую, устроить тест-драйв. Его можно приобрести по системе трейд-ин, в кредит, либо за наличный расчет. А на этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения. До свидания.